Вот зашла и вспомнила. Кажется, сколько это было. Где ты, мама? Мы с Ватами были твоего братика. В добрый путь провожали в прекрасную жизнь замечательную. Вот, красавица, невесточка стоит, Анечка, все. Помним, правда? Как будто вчера это было. А еще я вспоминала, а еще мы с Сергеем вспоминали со сватом. Когда мы только познакомились с вами, заселились, какие же вы были карапузы! Возле елки читали стихи и пели песни. Еще посмотрели фотографии и посмеялись. А сейчас красавец, молодец. 19 лет. Дай Бог, кажется, чтобы все в твоей... Да, ребята, только что это было. Буквально. 19,5 лет, правда? Когда мы заселились. Когда вы заселились, и прям пустые квартиры, сидели, стол книгу разложили, накрыли стол новогодний и пели песни, да. А дети нам стихи читали. А ты помнишь, какую елку твой Серега принес? Стол и древесный! Собрал последнюю. Все равно. Самая красивая, красивая была. И самая классная. Кстати, елка-то до сих пор вспоминала. Так что... Вот. И дети возле этой елочки. А сейчас какой красавец, молодец. Вырос. Дай Бог тебе. Мы тебя очень любим. Выше папы. Выше папы. Ну, все, дети. Старался. Да. Красавец. Дай Бог тебе, чтобы в твоей жизни все замечательно сложилось, семья была крепкой. Люби свою избранницу. Мы тебя будем всегда поддерживать. И желаем тебе искренне-искренне большого счастья и любви. Спасибо. Давайте. Давайте.